Аппарат Уполномоченного по правам человека в Самарской области получил свой общественный совет. В него вошло 36 человек. Это представители самых разных предприятий и организаций, которые имеют огромный профессиональный и жизненный опыт. Первое заседание нового органа состоялось сегодня в стенах Самарской губернской думы. В числе приоритетов – активное юридическое просвещение граждан. Кроме того, новая общественная структура будет обладать правом законодательной инициативы. Предложение уже готовится. Мы считаем, что вот этой работой нам нужно очень серьезно заняться, потому что очень мало мы вносили изменений в законодательство и своих законопроектов, которые позволили бы достаточно улучшить качество жизни наших граждан и позволить нашим гражданам больше разбираться в законодательстве при реализации своих прав. Нам очень важно не только совместными усилиями разрешать проблемы с нарушениями прав человека, в том числе на законодательном уровне, не менее важно работать и на упреждение, пресечение и предотвращение негативных явлений. Это возможно только при условии, что данной работой будут заниматься авторитетные и профессиональные люди. Кроме того, сегодня было заявлено о том, что в муниципалитетах в скором времени появятся общественные помощники уполномоченного по правам человека, чтобы люди могли на местах заявлять о своих проблемах.